Да. Кум, привет. То есть наконец-то мы приехали в русские Алло. Вот, погода, ты видишь, какая? Плюс 3, гололед. В общем, сейчас впервые будем поднимать эту птичку. Вот, это у нас тут вот такая камера родная ее. С стекольчиком. Это вот аппаратурка с телефончиком. Вот, попробуем поставить, есть ли вода или нет. Где вода? Так, ну вот так поставим. Эх ты, скользкий как. Так, первое, что они нам пишут, производители, включаем пульт. Включили. Вот, задрожал весь. Так, сейчас включаем квадрокоптер. Держим. О, заиграл. Сейчас у нас камера должна встать на свое место. О, камера встала, зафиксировал подвес. Так, теперь нам надо что сделать. Это он сейчас моргает. Вот определил местоположение, GPS появился. Запускаем прогу его, родную. Вот она. Вот такая красивая прога. Где у нас мини, это 4К. Вот наш эксплойер. О, карта есть. Все, мы дома. Съемку нам надо активировать, нажать на кнопочку 2 раза. Или да, на эту. Раз, два. Все, картинку видим. Приблизь. Ну, видишь, картинка, это он стоит. GPS есть, 9 спутников. Так, теперь мы должны что сделать? Мы должны откалибровать компас. Делается вот так. Очень просто. Раз, нажимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отпускаем. Берем его. Видишь, погасли гонючки. И крутим на 720 градусов. Вот они мелькают, мелькают, мелькают. Мелькают, мелькают, мелькают. Оп! Замелькали. Теперь делаем вот так. Камера вниз. И делаем еще 720. Так, 350. Что-то нифига. Моргают зеленым. Все. Ну ладно, нам-то что терять? Перестали. Все, горит зеленым. Ставим, выключаем. И включаем. Так, все, связались. Моргает зеленым, красным. Сейчас определяет местоположение. Нету связи с Wi-Fi почему-то. Сейчас проверим, почему нету. Камера есть? Нету. Так, хорошо, выходим. Сейчас выйдем. Проверяем настройки Wi-Fi. Ну вот он. Включаем, все есть. Так. Отходим от него подальше. Так, запускаем опять пробу. О, появилось. Так, нажимаем вот эту кнопочку. Так, все у нас горит зеленым, все он нас видит. С домом совпадает. Нажимаем вот эту кнопочку, засветилось это. Ну, перекрестившись, первый раз пытаемся взлететь на автомате.
А, надо же инициализировать двигатель. Делается вот так. Ну, где у нас инициализация? Вот так, вот так. Вот оно как делается. Так, все, это все включено. Дом есть, взлетаем. Так, съемочку ведем. Летит мальчик. Летит там по интересу. Съемка. То есть у нас щелкает только эти кадры. Надо посмотреть. Нет, вот кнопочка у нас. Взлетаем вручную. Опять активируем моторы. Он как чистый. Проваливается. Так летает. Мама не горюет.
так вот он висит у нас. Только вот почему у нас... А, сейчас сделаем следовать за мной. Следовать за мной не работает. Вот его куда-то ветром потащило. Сигнал есть. А, вот он летит за мной. А, это он облетает точку, которую фотографировали. Сейчас посмотрим. Ну, то есть вот он так и болтает. Да, горит следовать за мной почему-то. Так отойди, может он полетит за тобой. Вот пошло. Вот, то есть, сейчас он висит, попробуем его сдвинуть, двигается. Только а время-то не затекли. Ну вот, сейчас сделаем круг. Все, он сработает? Нет, не сработал. Думает. Пойдем, чуть-чуть отойдем. Полетит он за нами или нет? Ой. Нет, летит. Это да, активируй. Так, вот включаем следовать за мной.